сказать, уважаемые жители, что сейчас я подписал указ о выделении грантов муниципальным образованием, достигших наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления. 100 миллионов рублей сейчас мы распределяем. Я озвучу. В номинации экономическое развитие, включая развитие инвестиционной активности. Город Тула, первый грант, 11 миллионов рублей. Ленинский район, 8 миллионов рублей. Алексинский район, 6 миллионов рублей. Развитие физической культуры и спорта. Ефремовский район, 11 миллионов рублей. Щекинский, 8. Суворовский, 6 миллионов рублей. Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Валовский район, 11 миллионов. Кимовский район, 8. Ясногорский, 6. Организация муниципального управления применительно к демографической ситуации в муниципальном образовании. Плавский район, 11 миллионов. Ченский район, 8 миллионов. Город Донской, 6 миллионов. Итого 100 миллионов. Как видите, Белевского района у нас в этом списке нет. Ну, потому что не заняли ни одно из призовых мест, ни в одной из номинаций. У нас 27 муниципальных образований, а здесь номинаций всего 12. Но, если положительные новости, да, заключаются в том, что мы в рамках нашей программы развития малых городов, малых исторических городов на уровне правительства Тульской области приняли решение и выделили 10 миллионов рублей на Белев. Но нам теперь надо определиться, на что мы с вами потратим эти 10 миллионов. Да, вот есть у Рыбкиной, у нашего министра культуры предложение. Давайте им подадим слово для информации, а потом послушаем, что вы предложите. Хорошо, нет возражений? Что она предлагает? Давайте послушаем. Добрый день, дорогие белевцы. Ну, поскольку это развитие малых исторических городов, поэтому мы предлагаем как-то несколько украсить архитектурный облик вашего города и, может быть, центр, с него начать такую привлекательность Белева. Центром этого центра будет, конечно, ДК. Поэтому мы, прежде всего, решаем задачу каким-то образом оказать воздействие на осуществление ремонта, реставрации вашего ДК. И если у нас по смете что-то еще останется, то ближайшее здание. Архитектор областной рекомендовал вот этот центр вам приукрасить. И затем включить вас в реализацию программы по оборудованию 3D-кинотеатров. Потому что есть пожелание от жителей вашего города сделать для вас современный ДК и современный театр. Федин Анатолий Иванович, директор Белевского филиала Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульский областной медицинский колледж. Сергееву Анатолию Ивановичу, тренеру-преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей, детско-юношеская спортивная школа города Белева.